Лидер не только в городском округе Люберцы, но и в Московской области. Уже несколько лет подряд входит в список 100 лучших школ региона и по праву считается флагманом образования. Гимназии номер 16 «Интерес» исполнилось 10 лет. Воспитанники и педагоги учреждения образования добились больших успехов, но не перестают ставить перед собой высокую планку. Как прошло чествование гимназии-юбиляра, покажем в следующем сюжете. Атмосфера праздника царит сразу при входе в гимназию. Каждый этаж здания украшают фотозоны, плакаты и рисунки, сделанные руками школьников. В просторных коридорах мини-концерты с участием детей. Так 16-я гимназия встречает свой 10-й день рождения. Конечно же, я хотела поздравить нашу школу процветания. Я больше побед, еще больше учеников. Можно еще несколько корпусов, чтобы наша школа только процветала, становилась еще лучше, выходила в первые места. Учиться в этой гимназии – это радость для всех учащихся, потому что создают очень комфортные условия и учителя, и администрация школы. Здесь все очень комфортно. Особенно учителя, они лучшие во всем мире. В актовом зале тем временем собрались все, кто причастен к этому празднику. От воспитанников и выпускников гимназии до педагогов и людей, которые стояли у истоков строительства объекта образования. Очень хорошо помню, когда в марте еще был только фундамент и первый этаж школы, и никто не верил, что в сентябре дети пойдут в школу. И каждый день Владимир Иванович был на стройке, я еженедельно была на стройке, со строителями в плотном, тесном контакте работали. Пяти педагогам, которые работают в гимназии со дня ее основания, Ирина Назарева вручила знаки отличия главы городского округа Люберцы. К поздравлениям присоединился и председатель Совета депутатов Владимир Ужицкий. С апреля прошлого года он возглавляет попечительский совет 16-й гимназии. Гимназия сегодня занимает 4-ю строчку в Московской области. Для Люберец вы сегодня гордость, Ирина Валерьевна, реально гордость, потому что вы флагман образования не только Люберец, но и всей Московской области. И это правда. Поэтому я сегодня хотел бы сказать огромное спасибо вам, Ирина Валерьевна, всему педагогическому коллективу, потому что вы сумели сделать, я думаю, не побоюсь этого слова, невозможное. Свои поздравления Владимир Ужицкий закрепил благодарственными письмами и почетными грамотами и также вручил учителям нагрудные знаки отличия. Не остались в стороне ученики гимназии юбиляра. Подготовили в честь десятилетия родной школы несколько творческих номеров. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.